Основные цели программы – поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, увеличение объемов строящегося жилья в Российской Федерации, а также повышение доступности жилья за счет снижения средней стоимости одного квадратного метра жилья. Конечно же, обеспечить вот всех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, обеспечить не просто комфортным, но и в то же время доступным жильем. То есть вот цены на это жилье должны быть фиксированы. Ну, мы берем за основу, они должны быть ниже на 20% рыночной цены и не превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр. Жилье экономического класса будет построено на территории регионов России, участников программы, на земельных участках, прошедших специальный отбор. Целевая группа – это граждане в возрасте 25-40 лет, относящиеся к одной из установленных категорий, имеющие постоянную занятость, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. При этом совокупные доходы таких граждан и совместно проживающих с ними членов их семей должны позволять приобрести жилье экономического класса, в том числе с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала или иных форм государственной и муниципальной поддержки на приобретение такого жилья. Той категории, кто нуждается в улучшении жилищных условий, мы определили, порядка 70% населения нашей Курганской области может воспользоваться этой программой. Но прежде всего это те граждане, которые имеют меньше 18 квадратных метров жилья на одного человека или на членов семьи. Затем те граждане, которые живут, значит, в аварийных, ветхих домах, то есть в тех домах, в которых нельзя проживать. А также, значит, семьи, которые имеют двое и более детей и имеют право на материнский или семейный капитал. В этот список в Курганской области вошли также семьи, имеющие трех и более детей, участники боевых действий и около 10 категорий, определенных федеральным законом. Подписано соглашение между Министерством строительства Российской Федерации, значит, агентством по ипотечному жилищному России также и правительством Курганской области. А затем, значит, нами, департаментом, разработаны нормативно-правовые акты. И вот в рамках этих нормативно-правовых актов, значит, мы плотно поработали со всеми муниципалитетами нашей Курганской области. Объем строительства жилья экономического класса, запланированный по стране, составляет 25 миллионов квадратных метров. Сроки реализации программы – 2014-2017 годы.